В столице со своим концертом побывал российский бард и актер театра Елены Камбуровой Юрий Цендровский. Послушать авторскую песню удалось не только приднестровским ценителям этого жанра, но и нашей съемочной группе. Соколиная горка, где спиная норка. Юрий Цендровский впервые взял в руки гитару в 16 лет. Сам стал придумывать стихи и музыку, потом концерты, первая запись, пластинки, работа в театре. Приднестровье исполнитель авторской песни посетил впервые. Я ожидаю какого-то душевного отклика и какого-то тайного взаимообмена, ну, который случается как чудо, вот, когда что-то перетекает между людьми, что-то очень важное, от меня к слушателю, от слушателей ко мне, вот такой круговорот, и когда происходит такое взаимное обогащение. Если к нам будут приезжать люди такого уровня, мне кажется, это будет очень удобно для нас, и очень приятно у нас в городе видеть таких гостей. Мы любим посещать театр, кино, ну, искусство мы любим. И он меня пригласил, конечно же, я согласилась, нарядилась, и мы пришли, и нам очень нравится. Перед столичными зрителями выступила и руководитель Запорожского театра поэтической песни Елена Алексеева. В скором времени у них с Юрием Цендровским состоится совместный концерт в Киеве.